короче, разобрал блок управления кроватью. А здесь MOSFET дохлый стоял. Выглядит он вот так вот. Я его высверлил. Короче, он 3607. Заказал я такой же точно, но решил поставить аналог, попробовать. Это 3205. В принципе, распиновка та же самая у них. Вот. Единственное, что этот немного помощнее получается на 6,6 киловатт. Ну, в общем, будем сейчас поехать смотреть. Паяльничек. Флюсик. Тут флюсиком опаять. Ну и поехали. Почистителем. Ну и все, можно в принципе ставить. Хотя можно еще и тут пропаять. Соответственно, плюс к плюсу, минус к минусу. Закручиваем и идем проверять. Теперь будем проверять на аналогичной кровати. Так, вверх работает, с
спинка вниз работает, ноги. Ноги вверх работают, вниз работают. Так, здесь работает, работает. Вверх, вниз. Все работает, надо, кстати, вверх поднять. Здесь перевороты тоже работают. В общем, полностью рабочий блок управления из-за одного мосфита. Теперь аналог будет в описании записан. Все получилось.